Всем привет! Сейчас бы хотела поделиться своим пониманием, мнением, таким бытовым вопросом, как тараканы. Вот. Тараканы. Вообще начну с физики, да? Что, конечно же, когда вот появляются тараканы, физически нужно очистить, да, какое-то средство, химия. Дезинфекция такая сильная, скажем, отравление их, и дальше не кормить их, то есть стараться не оставлять никакую еду, это может быть какие-то печеньки, то есть чтобы никакой вообще ни крохи, никакой еды, то есть не кормить их, потому что поняла. Плюс, что еще интересно, вот я когда заезжала, тараканы были. Когда я начала жить, я их, естественно, протравила и не даю им еды. То есть не оставляю никакой еды, то есть за собой убираю. Печеньки там такие пластмассовые коробочки есть, такие складываю, чтобы вот вообще ни капельки. Плюс, что мне такое пришло осознание, что тараканы, это, знаете, их такие низкочастотные существа, и важно, вот если вы высокочастотные, стараетесь жить созидательно, там, здоровая еда, спорт, в общем, все, то есть по своей жизненной программе «Счастье и удовольствие», так, чтобы было более понятно, например, у тараканов вибрации частота 10, а у человека высокочастотного 80, то есть несоответствие. Поэтому те люди, кто низкочастотные, скажем, да, не в своих жизненных программах, частота удовольствия, естественно, они как бы на уровне энергетическом, они как бы притягивают. То есть они появляются, тараканы живут, их сложно вывести и так далее. Поэтому тут тоже выгодно быть высокочастотным человеком, чтобы не было этих тараканчиков. В общем, такой у меня инсайт, осознание родился и опыт. Благодарю. До новых счастливых встреч. Пока-пока.